завод с полного цикла, следующая краска, сварка, частично штамповка. То есть вот большой корпус вот до второго пришли производиться комплекс. Вот от начала этого корпуса. Дальше это был дальний завод, ветеринарные все это распродали. Мелкие какие-то собственники взяли какие-то бараки, чтобы там перепродать. Но, к сожалению, они называют такие космические цены, что наши партнеры не понимают. Они говорят, это отсюда. Да, это Ольга Букасия, это Нагин Глобусову. Очень приятно для Японии, чтобы вы посетили. Я очень рад вас видеть. Спасибо, что приехали. Это президент Мазды. Очень рад видеть. Директор завода. В дальнейшем мы будем производить их в Китае, но пока только нет. Я надеюсь, что Китай работа пойдет у вас. Он коронавирус Сиботова Джунчони, кто китайский? Я тоже. Хорошо, спасибо. Дорогие друзья, я рад приветствовать всех, кто принимает участие в организации этой работы. Проекты подобного рода имеют большое значение для не только для автомобильной промышленности России, для этой отрасли экономики России, но и для регионов, в котором мы сегодня находимся. Тонашип умоткита укнитоно айдаде сервисшита кото ницитева ёрокуби о каксебасен. И они, безусловно, являются взаимовыгодными.